А, ну, с нами Зохан, Захар Рябов. Я поздравляю тебя с этой замечательной победой. А, вторая молодость, можно даже и так сказать. Да, первая схватка у тебя была со Слыжаном Бахчанулло. А, конкурентная, интересная. Ты показал себя публике. Сейчас уже безоговорочная победа. А какой следующий шаг Зохана? И поделись вообще, в принципе, своими ближайшими планами. Мне вообще, честно, без разницы, с кем драться. Я пришел сюда завоевывать тяжелый дивизион. Ближайшие имена, которые мне интересны, Буграхан Каракаш. Мы с ним уже договорились о поединке. Он молодец, достойный боец, техничный, красивый ударник. Хотел бы с ним разделить клетку. Еще одно имя, которое мне интересно, Чумонов Жургалбек. Ничего личного, чисто спортивный интерес. Я хочу с ним подраться в ближайшее время. Прошло матчмейкеров и Нурбека Карабалаева организует мне бой 41-й Найза в городе Актау, в моем родном городе. Хочу закатить там красивый поединок. А по этому поединку, вот, по прошедшему, да, твой визави не сразу сломался, что говорить. Были очень серьезные у него и выпады с его стороны. Было по-настоящему немножко даже и страшновато. Для тебя что было самым сложным в этом поединке? Честно, на самом деле ничего страшного. Я дрался с огромным количеством достойных, мощных бойцов. Даже далеко ходить не нужно. Это Аслжан, с которым мы зарубились. Показали красивый поединок, но сложился он не так, как мы хотели, конечно. Но вот этот парень, Жожик, у него такое прозвище, дал мне реально достойный бой. Мы планировали, конечно, выйти и сделать красивейший нокаут, но не получилось сразу. Получилось сделать так, как получилось. И я надеюсь, что было достойно, красиво. Так скажем, немного растянули удовольствие, зашли во второй раунд. Этого не планировали делать, но как получилось, так получилось. Парень достойный, молодец, крепкий дух. Желаю ему удачи в дальнейшем и всего хорошего. Спасибо большое, друзья. С вами был Захар Рябов. Спасибо. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better...